Ну как там у вас, продвинулось? Сейчас. Клиент ждет, материалы ждут. У нас подписи нет. В этом мире, по-моему, без подписи вообще ничего не действует. Ты знаешь, если есть где-то мертвая точка, мы в самом ее эпицентре. Спасибо. А из-за кого все застряло? Ты из-за этого? Как его? Кузенко. Семыч. Антон, а тебе кошмары снятся? Ну, редко. А мне снятся. Ну, короче, я все узнал. Кузенка твой. Ну, из промышленного. Из логистики. А? Из логистики он. Ну да, глава чего-то там. Говорят, очень жесткий чел. Слушай, а это не он Гриша на корпоративе палец сломал? Палец? Да. Ты пойди узнай, что он не подписывает. Наверняка ты что-нибудь накосячил. Да, что-то мне не очень хочется теперь. Во! На него похож. Он мне каждую ночь снится. В кошмарах приходит и на ухо мне шепчет. Фиг тебе. Сёма, а не подпись. Сам лично? Нет, блин, через заместителя. Ну, по снам у нас Вася из бухгалтерии. А ты чего это, на квитанции нарисовал? А? Теперь точно уволят. Ну, удачи. Я Соник возьму почитать, пока не уволили. Кузенко. Это же Красный, понимаешь? Хотя, по-моему, это в его манере. Людям во снах являться и проекты срывать, чтобы к чертям поувольняли всех. Понимаешь? Извини. Рыженький такой? Ну, я откуда знаю? Ну, он из другого отдела. Хотя, подожди, у меня есть его фоторобот. Вот, смотри. Вот. Узнаешь? Ну, точно, брюнет. Так, брюнет. Это что у тебя? Квитанция? Это не важно. Слушай, сходи со мной вместе, пожалуйста. Слушай, вы взрослые люди. Разберись как-нибудь сам. Это что, сложно, что ли? Ну, пожалуйста, а? Нет, может, я и накосячил чего. Это, конечно, вряд ли. Но все равно это не повод проекты задерживать или, не знаю, там, людям руки ломать. Ну, это ему свойственно. У них там поводило сократилось с его приходом. Это из маркетинга? Кузько? Не Кузько, Кузенко. Как его зовут-то? Подписывается А.Д. Имени не знаю, никто не знает. А.Д. Может быть, не надо на контакт? Надо, Семен. Проект важный. Что он тебе сделает, этот Кузько? Кузенко!
О, опять коротнула. Ты что за мной следишь, а? Я не слежу, я вот шоколадку ем купил. Что? Ты человек Кузенко, да? Да нормальный я человек. Нормальный я. Чего вы следите за мной? Целый день ходите, наблюдаете. Нормальный я человек. Ну что вы мучаете меня? У меня карьера рушится. Клиенты ждут. Мама волнуется. Вот так ему и передай. Сами ему и передайте. Нашли посыльного. О, а что это вы тут разлеглись-то, молодые люди? Ну иди вон там поспи, только не топчись. Не будь как этот твой Кузенко. Иди, иди. Встал. А, привет. А тебя как зовут? Миша. Да, Миша. Вот так вот. Уволят, руки поломают. Мы ничего, прорвемся. И все из-за него. У меня, Миш, проект горит. Все этот черт лысый. Он еще Гришин нос ломал, представляешь? Какой ужас. А, ну да. Вот. Кузенко. Я месяц назад ему документы на подпись отправил. Так у меня теперь в кошмарах приходит. Крюгер, блин. Кузенко, говорите? Да. Симпатичный. А откуда вы такие яркие характеристики знаете? Ну как, есть у меня ведь проверенные источники. Проверенные. А вы Семен, да? Вот, позвоните мне, мы за чашкой кофе обсудим ваши кошмары. А я пойду пока лысину закрашу. Нормальный мужик твой, Кузенко. Как оказалось, Кузенко, он у всех свой. А этот, а точнее эта Кузенко, она же Анастасия, оказалась вполне адекватным коллегой, а не маньяком из кошмаров впечатлительного Семена. Они назначили встречу и во всем разобрались. Пальцы остались целы, а проект завершен. Семен понял, что не стоит судить коллег по их репутации и уж тем более собирать небылицы. Ведь умение выстраивать коммуникацию с людьми – самый востребованный и важный навык в наше время. Кстати, интересно, а что обо мне говорят коллеги, с которыми мы знакомы только по переписке?